С начала года в Татарстане зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажиров. В них 2 ребенка погибли и 31 пострадал. Основные причины таких происшествий – это выезд на полосу для встречного движения, нарушение требований сигнала светофора, игнорирование и использование детских удерживающих устройств. Перевозка ребенка без автокресла категорически недопустима. Важно знать, что при столкновении на скорости 50 км в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз. Удержать ребенка просто невозможно. А сила удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-метровой высоты на асфальт. Согласно многочисленным исследованиям, использование в транспортных средствах детских автокресел позволяет снизить смертность детей на 54%, а риск получения тяжелых травм на 92%. Помните, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия только детское автокресло способно сохранить жизнь и здоровье маленького пассажира.